Всем привет, дорогие подписчики, и вы снова на канале StarCat. Первым делом я бы, конечно, хотела вас поздравить с наступающим Новым годом. Ну, как вы видите по фону, сегодня мы распаковываем подарочек от моей лучшей подруги Асеньки. Мы снова решили обменяться подарками. Мы недавно обсуждали по телефону, что атрибутику LPS очень сложно достать, и она мало где продается, и мало что выпускается под брендом LPS. И вот недавно она мне сказала, что на Вайлдберрисе снова пришел подарок мне, я не знала какой, и вот только сегодня я забрала свою посылку и посылку от Ась, и сейчас давайте я вам покажу. Ну, вы, в принципе, по фону уже поняли, что это, давайте распаковывать, точнее, просто обозревать, а мою посылку распаковывать. Мне, ребятки, магичка, она нашла картон и бумагу с LPS. Я, конечно, в шоке. Этот фон я буду теперь всегда использовать. Вот картон как раз-таки из этого набора. Он на полу. Здесь у нас получается 10 цветов, 20 листов, цветная бумага и картон. Очень красиво это все выглядит. Я просто понятия не знаю, где она и нашла это. Вот тут у нас картон. Здесь какая-то часть картона тут есть. Серебряный картон. Такие цвета радуги. Желтый, красный, розовый, зеленый, голубой. Вот, и здесь точно такая же бумага. То есть это хорошо тем, что можно на фон ложить картон, вот, допустим, такой. А сюда бумагу, то есть это было все одноцветное. Тут как бы бумага, ее надо отсоединить, видите, она отсоединяется. И тут оставшиеся цвета картона. Подарок Асеньке очень удался. Спасибо тебе большое, Асенька, я тебя очень люблю. Не унывай, пожалуйста, все у тебя будет хорошо. Спасибо тебе еще раз за такой шикарный подарок. Я очень тебя люблю. Я Асеньке тоже заказала подарок. Какой? Я вам не скажу, потому что на это видео посмотрит. Оригинальное написано даже лого LPS. Тут можно написать что-нибудь. Вот. Набор цветной бумаги и картона. Тут Зои, это ее любимый персонаж. И Минка, мой любимый персонаж. Вот. Я поставила вот такой вот фон. Без ничего, без мебели, потому что сейчас мы будем распаковывать мою посылочку, которую я заказывала давненько так, и у нас только сейчас получилось ее забрать. Кстати, картон прям очень идеально смотрится, мне прям нравится это сочетание. Заказ за вот эти вот два журнальчика, да, как вы поняли, вот такой вот журнальчик с собачкой, эту собачку я очень давно хотела, ее не видно. И этот журнал с мышкой у меня уже есть такой, но я ради собачки эти два журнала заказала. То есть, точно такой же журнал, он у меня по иронии судьбы помялся, поэтому у меня будет замена вот такой вот новый журнальчик. А мышка у меня, получается, будет вторая. Вот они точно, это точно такой же журнал, как и был. Мышку я кому-то подарю. Вот. А этот журнал совершенно новый. И сейчас мы распакуем этот журнал и собачку. Я так хочу эту собачку. Давайте скорее начнем распаковывать. Распаковать его, в принципе-то, и не сложно. Нужно просто вытащить собачку. Собачка, она такая классная. Я видела у нее в распаковке Элен. И мне очень ее захотелось, правда. Как он пахнет новым. И вот наша собачка. Опа! Красотка моя. Моя-то красотка. Прям такая красивая. Ну, такая красивая. Она, конечно, не шарнирит голова у нее. Она мне безумно нравится. Да, Авророчка моя? Да, собака реально классная. Открывай скорее. Ну, хорошо. Смотрите, какая собачка, милашка. Не было такой собаки из новой коллекции с шарнированной головой. Она, конечно, падает, но я знала, на что я иду. О, боже. Эта собака такая класснючая, блин. Я не могу. Ее бантик, просто ее ушки. Я так давно хотела себе такого пса. Вы даже себе не представляете. Элен сказала, она вот такая вот страдалица с голубыми глазками. Чудесный персонаж, чудесный пэтик. Она, конечно, падает. Головы у них не крутятся, даже не пытайтесь крутить им голову, вы их сломаете. Пэты из журнала, у них не крутятся головы. Аврора, иди сюда. Аврора! Что за прелестный пэт? Какая ты классная собачка! Чудесная собачка. Это все? Нет, Аврора, еще не все. Надо еще журнал показать. А, хорошо. Иди, неси журнальчик. Чудесная собачка. Журнал покажу вам здесь. Такой вот чудесный пингвинчик. Вот такая вот первая страничка у нас. Вот такая страничка. У него прям такие матовые страницы. О, вот такая страничка. Вот. Вот начинается комикс. Вот, о, какой красивый постер.
И вот здесь. И вот я это буду... Это мой любимый лабиринт. Вот. И вот. И у нас вот последние странички. О, это ада. И вот такой вот у нас красивый журнальчик. Прям очень красивый. Мне он так нравится. Пройди, заканчивай видосик. Ну что ж, ребятки, спасибо большое за просмотр, ребятки. Я вас очень сильно люблю. С наступившим Новым годом, с Рождеством и со всеми праздниками. Асенька, тебя отдельно люблю. Целую, люблю. Спасибо вам всем за просмотр. Пошли, пошли, собачонка. Как тебя назвать буду? Не знаю. Ну, пошли, пошли, страдалец это моя. Такой фон классный, да, Аврора? Угу. Будут на нем какие-то видео? Конечно, будут, Аврора. Ура, 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 ура. Аврора, не скачи, иди, да неси. Ага, пошли, 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 моя хорошая. Я тебя люблю. Пока.